Не ищите легкого решения. Бараки легко строятся, да трудно сносятся. Пора для людям жить нормально. Можно. А, Семен Иванович, проходи, садись. Ну, мне не мое, вы знаете, денег отпустим. Прикиньте, решайте сами. Что-нибудь неприятное? Вот. Из медведя вынул. Эти с врачихой не доискались. Из медведя? Под самым черепом застрял. Чья? К твоему стволу не подойдет, Константин Сергеевич. Ты примерял? Примерял. Митягин уложил зверя. Константин Сергеевич, надо все как-то по-людски решить. Вина одинаковая, что у тебя, что у Митягина. Дурной случай, каждый может сплоховать. Я потому и пришел к тебе, чтобы мозгами пораскинуть. Возьми. Ты от меня ответа ждешь? Для того и пришел. Где мне своей головой решать? А ты на минуту встань на мое место. Представь, что тебе приносят пулю и говорят, вот доказательство, что ты убил человека. Ты убийца. И ты без готовности согласился? Так выходит, пусть Митягин отвечает. А ведь с ним церемониться не будут. Прокурор говорил, что кого-то по закону посадить должны. Да. Занят. Перед законом, как я, так и Митягин, одинаково. Перед законом, а не перед людьми. Не равняй себя с Митягином, Константин Сергеевич. Люди, которые возле закона сидят, на тебя с почтением смотрят. Значит, ты мне предлагаешь, чтобы я добровольно подставил голову? Ничего не предлагаю. Вот принес пулю, которая медведя спалила. Это пуля митягинская. Выходит, твоя пуля парня прикончила. Вот что я знаю. А там уж ты решай по совести, как быть. Ты поумнее меня. Сообщи о том, что нашел пулю следователю. А я сам ни себе, ни Митягину помочь не могу. Ты честный человек, а? Считал себя честным. Другие считают. Предлагают признаться в самом страшном людском грехе – убийстве.
пуля настоящая. Откажешься, спихнешь вину на другого. И будешь спокоен, будешь жить, как жил. Жить с вечным презрением к себе. Да какая же это жизнь? Невозможно. Можно, Константин Сергеевич? Входите. Вот, пожалуйста. По предварительным наметкам, смета на расширение капитального строительства составит... Извините, я должен ехать. Сейчас. Немедленно. Извините.